Друзья, итак, привет. Едем мы с вами. Ой, турбулентность. Видно меня? Да, видно. Вроде видно. Так, куда мы сегодня с вами едем? Забыл уже, куда мы едем. Замечательная погода, рулится шикарно. Итак, едем мы сегодня с вами на авторынок Зеленый угол. И пока мы с вами едем на авторынок Зеленый угол, не забываем подписываться на наш канал. Обязательно палец вверх, обязательно подписка, обязательно комментарий. Кстати, всех с праздником. Вот, итак, едем на авторынок Зеленый угол. Будем показывать вам. Сейчас скажу, что будем показывать. У всех сложилось впечатление, то, что на авторынке Зеленый угол 90% автомобилей с лошадиными, просто с конскими пробегами по 300, по 400, по 500 тысяч. То, что там один хлам, вареные, заваренные, переваренные автомобили, сваренные, один сваренный из 10 автомобилей. Мы вам покажем то, что это не так. Покажем настоящие, ой, турбулентность опять. Покажем настоящие аукционные автомобили у честных продавцов с настоящими аукционными листами. Поэтому едем шикарно, продолжаем ехать, замечательно рулим, подъезжаем на авторынок. Друзья, приехали на авторынок, будем искать хорошие автомобили. Уже нашли, ну, как бы сразу, да, там никого не призываем, там, в плане то, что все хорошие автомобили. Есть хорошие, есть плохие, есть большими пробегами, есть R-ки. Значит, данный автомобиль, это Honda Grace, не гибрид, автомобиль 2016 года выпуска, стоимостью 780 тысяч рублей. Сейчас посмотрим по внешнему виду, по комплектации, сразу хочу показать аукционник, да. То есть мы вам не показываем машины, там, 4,5 балла, 4 балла, автомобиль 3 балла, CC, пробег 48 тысяч. Вот номер кузова на шилдике. Автомобиль еще бесплатно бьется. Заходите, проверяйте, смотрите. Аукцион полностью соответствует. Что указано в этом переводе, мы не переводили, не смотрели. Комплектация LX. У него идет не робот, а идет автомат. Господи, не автомат, а вариатор. Итак, внешний автомобиль довольно-таки свежий. Как-то вот, знаете, не прижились они немного. Комплектация, фары разделены на три части. Туманочки, сюда, не знаю, можно впихнуть какие-нибудь ходовые огни. Коточка вот есть на бампере. Вот коточка. Автомобиль со стороны смотрится прям шикарно. Модное, хорошее литье. Колодочки, видите, как покрасили здесь. Может, японец покрасил. Резина еще идет с такими, с пупырышками. Хорошая летняя резина. То есть на автомобиль смотришь, ни вмятин, ни царапин, ну, особо не наблюдается. Если, конечно, сейчас присматриваться, что-нибудь и найдем. Вот вижу на дверке, есть небольшая вмятинка. Вот только что видел, уже потерял. Где же она? Где-то вот в этом районе. Ну, она, да, вот она. Но она вытягивается у нас бесконтактно. Идут хромированные ручки. Кстати, идут повторители, бесключевой доступ в автомобиль, плавник. Ветровиков на автомобиле нету. Задняя часть автомобиля. Тоже явных таких дефектов здесь не наблюдается. Давайте посмотрим по состоянию по низу автомобиль. Ну, автомобиль передний привод. Стойки какие-то, видимо, усиленные стоят. Тазик целый, швы заводские. Вот. Претензий здесь, в принципе, тоже нет. Почему 3 балла? Ну, опять же, многое зависит от строгости аукционов. Подкапотное пространство, сиденья, чехлы. Клазио, дорогие японские чехлы. А то там начинается битье, там все. Ржавые, гнилые, топляки. Да, и топляки. Топляки тоже есть. Вот, посмотрите, состояние подкапотного пространства. Ну, а как бы здесь другого-то быть не может. Пробег-то 46 тысяч автомобилей. Двигатель работает как часики. Ладно, закрываем. Ну, и для тех, кто боится роботов, пожалуйста, установлен автомат. Ой, автомат, вариатор. Итак, значит, смотрите, торпеда. Интересная накладочка здесь лежит, чтобы она не выцветало, там еще что-то лежит. Дверная карта тоже, состояние не новое, не идеальное, но достойное. Пробег все-таки 46 тысяч на автомобиле. Полноценный такой клевый седан. Сзади тоже какие-то модные коврики. Что у нас тут еще есть? Подлокотник есть с подстаканниками. Дуйки есть, обдув на задних пассажирах. Сидеть, места много, шикарно, офигенно просто. Скоподъемники работают? Работает. Багажное отделение в автомобиле. Газет какая-то, ну, хотел сказать, японская, нет, это уже наша, российская. Запаска, полноценная запаска, домкрат, все есть. Японец молодец, то есть подложил какую-то... И то, ну, запаска получается, она самодельная. Видите, японец сделал такие крепления. Кому-то бонусом будет.
Давайте поинтереснее, чтобы было внутри. Переднее сиденье двигается вперед, назад, лифт сиденья, ручка открыл. Кстати, крышка багажника открывается из салона, да, вот так. Раз. Ну и оттуда тоже с кнопки можно открыть. Багажное отделение. Подъемники, все электро. Все работает. Центральный замок. Эко-режим. Руль даже, посмотрите, кожаный идет. Камера заднего вида, проверка, работает? Работает. Камеру здесь, так понимаю, ставили. Климат-контроль. Печка включается. Кондиционер щелкнул, тоже все работает. Два подстаканника. Ручник, дворники. Дворники работают. Подсветка. Зеркало без подсветки. Все, абсолютно все в автомобиле работает. 11 градусов на улице, пробег 48 тысяч. Как мы вам показывали, здесь у нас идет прикуриватель. Ну, более подробно, там уже дром открываете, смотрите, мониторьте по комплектациям. Мы вам показываем то, что они действительно есть, хорошие автомобили. Вот, цена адекватная за данный автомобиль. Так, 16 год, бензин, автомат, передний привод, 780 тысяч рублей. Смотрите, следующий автомобиль, то есть вот второй автомобиль на одной стоянке, вон он стоит, этот Грейс, то есть буквально через один автомобиль. Итак, это Арактис, тоже хорошая комплектация, фары, линзы, 16 год, 1.3, G-салон, климат 667 тысяч рублей, дворник один, да, есть пару сколов на бамперах, от этого как бы никуда не деться. По низу, смотрите, состояние. Потеков ничего, поддон целый, не загнутый, рычаги не помятые. Вопросов здесь нету. Автомобили, напоминаю, полностью мы не проверяли. Просто показываем вам то, что они есть, то, что реально аукционные листы бьются. Зимняя резина, без литья, также повторитель, лобовое стекло родное. Бесключевой доступ тоже есть на автомобиле. Аукционный лист только что я сам лично пробил по статистике. Все совпадает. 3,5 балла, 76 тысяч пробег. Номер кузова, пожалуйста, вот он. Где он еще? Вот здесь. Ставьте на паузу, пишите, кому интересно, кому надо. Дверная карта, пищалка, бардачок, какие-то провода там, ну это скорее всего AUX. Тоже вариатор. Двигателя хорошие, надежные стоят на этих автомобилях. Ну, Арактис такой, хэтчбэк, хэтчбэк идет. А то замучили писать в комментариях, там нету, битье, топляки и так далее. Ну, как бы по багажному отделению, да, здесь есть вопросы. Царапины. Никуда от этого не деться. По низу автомобиль. Торцевая планочка целая. Все целенькое. Так, в глаз что-то попало. Тоже внешний вид. Внешний вид, все отлично. Здесь вопросов у нас нет. Дальше идем с вами, друзья. Подписывайтесь на канал, поддерживайте нас. Итак, пробег 76 509 километров. Вариатор. Раз, два, три, четыре. Четыре подстаканника, столик, прикуриватель. Вот видите, сразу я вам минусы тоже показываю. Заглушки нету, заглушка отсутствует. Кто-то какой-то вот нехороший дядька или тетка взяли, поломали. Руль идет тоже кожаный. Гудок работает. Камера заднего вида есть. Автомат не пинается. Печка включается, все переключается. Все работает. Климат-контроль даже двойной получается идет. Кондиционер щелкает. Музыка. Музыка тоже работает. 76 509 километров. Так, музыка. Где тебя потише сделать-то, музыка? Кнопка старт, корректор фар. Зеркала давайте проверим. Работает? Работает. Они, наверное, еще, ух ты, они еще даже и регулируются. Дворники, вот смотрите, как смешно дворник работает. Можно побыстрее, можно поменьше. Ух ты, даже еще дует. Получается у нас. Давайте посмотрим подкапотное пространство. Зеркала мы сейчас с вами разложим. Вот таким образом. В принципе, все, автомобиль можно глушить. Глушить можно автомобиль. Так, ну, ребят, здесь тоже вопросов нету. Кстати, двигателя вот эти, это новая модель пошла двигателей. Тоже, смотрите, блестит все просто. 667 тысяч рублей. Аукционный автомобиль.
Следующий автомобиль возьмем уже полноценный гибрид. Это Аква, 15-й год, гибрид. S-комплектация, тоже, друзья, с родным аукционным листом. Тоже бесключевой доступ. Кстати, вот эти все автомобили, это новые привозы, новые завозы. Тоже только что аукционный лист. Пробили, посмотрели, все соответствует. Пробег 107 617 километров, 4 балла. Автомобиль, номер кузова видели? Также номер кузова дублирую. Аква, они идут только гибриды, то есть нету то, что просто идет бензиновый двигатель, нет таких автомобилей 4WD, только гибриды, рестайлинг, полноценные гибриды, потому что вот недавно кто-то говорит, вы говорите, полноценный, неполноценный гибрид, а кто там говорит, друг, увидел какую-то шушлайку, говорит, это гибрид, я ему говорю, нет, это не гибрид, это неполноценный гибрид. То есть что такое полноценный, ну полноценный гибрид, да, это такое, как вам сказать, свое уже выражение, сами мы его придумали. Грубо говоря, когда поршневая группа в автомобиле не работает, автомобиль едет на батарее, там, на электротяге, по салончику тоже, смотрите, как все чисто, аккуратно, запах такой приятный. Ну, единственное, потолок, да, вот потолок продавец почему-то не почистил. Минус небольшой по потолку. Надо чистить, еще раз чистить. Зато салон, смотрите, какая чистота. Полный мультируль, руль обычный, пластмассовые режимы, ручник, бардачок, документики, ниша какая-то, кнопка старт даже есть, заводится? Заводится, аутсайд 10, хотел сказать минус 10, 107-630, смотрите, автомобиль был куплен в Японии с пробегом 107-617, да, а здесь 630, то есть проехал всего, сколько получается, вот так, что у нас с математикой, господи, 13 километров по российским дорогам. Камера заднего вида отсутствует. Но поверьте, это не беда. Там 1500 рублей, она у вас будет стоять. Печка включается. Работает. Мультируль. А что у нас мультируль не работает? Сейчас будем разбираться. Не знаю, мультируль почему-то не работает. А дисплей работает? И здесь не работает. Ну, не знаю, говорю как есть. Что нашел, то сказал. Вот, дальше, что вам показать? Стеклоподъемники работают? Стеклоподъемники работают, ладно. Глушим автомобиль. Итак, это аукцион. Кстати, можно, наверное, в переводе перевести, посмотреть. Может, там это и указано. Это у нас была Аква 15-го года, 1,5 литра, стоимостью 639 тысяч. Следующий автомобиль тоже популярный, такой постоянно их спрашивают, постоянно их берут. Он еще и 4WD. 16-й год, 687 тысяч, 4WD. Он еще идет и гибрид. Ну, цена вообще получается подарок, цена. Аукционный лист. Так, аукционного листа здесь нету, но я его открыл. Так, ладно, сейчас его покажу вам его. Так, дверная карта. Давайте сразу раз зашли уже в салончик, по салончику, да? В принципе, все нормально. Коврики перевернули, сиденье не затерто, не помято. Открывается он бесплатно. Смотрите, номер кузова записывайте, открывайте. Кому нужен, представляете, гибрид 4WD, 687 тысяч рублей. Но вот здесь, да, вот здесь есть нюансы. Тут, ну, что-то грязь, что-то не грязь, не знаю. Что-то надо оттирать, тереть здесь, ребят, смотреть. А он без литья, на штамповках, на летней резине, на какой-то непонятной, если честно, по внешнему виду, да. Ну давайте вот сейчас левую сторону посмотрим, как я так быстро прошел, вам не показал. Ну, таких тоже видимых повреждений я не вижу. Здесь есть какая-то вот царапина, она полируется. Порог, смотрите, идет целый, не загнутый. Вот снизу нашел еще царапина, раз, царапина, два. Целое, повторители, бесключевой доступ, лобовое родное, даже есть подогрев лобового стекла, оптика целая, туманок здесь нет, капот, скол, маленькие сколы по капоту идут, по правой стороне, ну-ка сейчас поближе подойдем, посмотрим, царапина, вот здесь такие вот козочки небольшие, порог тоже идет целый на автомобиле. Тут все целое, стопори, задняя оптика. Все, ребят, идет целое. Ой, ну туда лучше не залазить, не смотреть. А по аукционному листу показано вот здесь W. Но. Смотрите, включаем толщиномер.
Смотрим, значит, крыло. 45 микрон. 47. 48. Дверь. 49. 48. Вот здесь должна быть покраска. Не знаю, что это, или полница ошибся. Ну, вообще, как бы, вообще нужно смотреть еще и на глаз. Ну, вот здесь, видите, такое небольшое, как бы, завышение идет. 69, 70, да, возможно, оно крашено. Но никакой шпакли. Да, да, да. Крыло, ребят, все-таки крашено. Вот сейчас, видите, не углублялся сильно. Но вижу, вижу то, что есть покраска. Поэтому в Японии никто не ошибся. Так, толщиномер положили. По салончику с этого, с этой стороны. Смотрите, судите. Да, есть косяки, есть нюансы, есть. Есть. Подогревы, корректоры фар. Какой-то ГЛОНАСС, не ГЛОНАСС, японская фигня какая-то установлена. Яйцо тут даже кто-то оставил сегодня. Сегодня ж Пасха, еще раз всех с праздником. Мультимедиа нету, но дальше все обычно, все по стандарту. Мне интересно посмотреть, что у него сзади и под капотом. Это ж фит, это ж фит. Еще и 4 ВД. Давайте заглянем. Ну, как бы есть немного, но не глобал. Глобала такого нет. Ну и подкапотное пространство, вот это их не болячки. Прям болячка хондовская. Так, в принципе, для 4 ВД неплохо. Итак, 16 год, 687 тысяч, гибрид, 4 ВД. Ну и просто, давайте посмотрим немного цен. Mitsubishi Pajero Mini, 8 год, цена у нас не указана. А сколько он стоит? 370 тысяч рублей. А еще одна аква серого цвета, антенка габаритная, 1,5 литра, 628 тысяч рублей. Nissan Toyota Wish, цена не указана. Nissan DS, максимальная комплектация, есть все, рестайлинг, 16 года пошел, 385 тысяч рублей. Honda, господи, как она называется, Honda HR-V. Напоминаю, чем-то везель, да, хотя это есть, в принципе, везель. 2017 года выпуска, 1,8. Вот чем она отличается от везелей, то, что мотор идет 1,8. 1 миллион 30 тысяч рублей. Дальше стоит. Что это такое стоит? Mazda у нас стоит 16 год, 980 тысяч, 2 литра бензин. Еще один пробокс, 15 год, передний привод, 525 тысяч рублей. Nissan Note, Dick S, 2016 год, 527 тысяч рублей. Nissan Juke, 15 год, Urban комплектация, 815 тысяч рублей. Ну, машинки показали то, что они действительно есть. Сейчас еще покажем один замечательный автомобиль. У нас идет сейчас автоподбор, поиск автомобиля. Ну, вкратце, да, сумма 900 тысяч. 900 тысяч нужна. Альфа хорошая, с нормальным, адекватным пробегом. Нет такого, то, что, знаете, там, заказчик хочет, я хочу пробег там 30-40 тысяч километров. Нет, такого нету. Ищем нормальный, адекватный пробег. Пробег у данного автомобиля 100, по-моему, 100... Короче говоря, не помню, я вот только что смотрел, забыл. До 110 тысяч пробег. Автомобиль абсолютно целый. Он 4 балла. Хорошая комплектация. Фары, линзы, омыватели. Есть, в принципе, все, что нужно, да, все, что нужно было для заказчика. Ладно, по критериям целый, не битый, не крашеный. Из косяков. Царапина. Здесь. Летняя резина. Хорошая летняя резина. Бампер, несколько сколов. Небольшая вмятина, которая выдавливается бесконтактно. Автомобиль полностью проверен. Кстати, он не ржавый, полностью проверен. И он будет рекомендован к покупке. Стоит автомобиль 879, да, она стоит? 887. 887 тысяч рублей. Остаточная емкость по батарее 83%. Это хороший показатель, очень хороший показатель. По салончику тоже, в принципе, все чистенько, аккуратненько. Есть пару нюансов по водительскому сиденью, но это все мелочи. Так, капот мне надо дернуть. Бесключевой доступ, кстати, тоже есть. Смотрите состояние подкапотного пространства. Все блестит. По работе двигателя нареканий нету. Остаточная емкость прям на уровне, ребят. Вот. Так что не надо говорить, что нет хороших автомобилей.
Также, ребят, забрали еще сегодня один замечательный автомобиль Honda Stream 2010 года выпуска. Как видите, он на номерах, он пробежный, поэтому пробежные автомобили тоже осматриваются. Пробежные автомобили тоже есть хорошие. Он не идеальный. По России накатал он 30, по-моему, тысяч километров. Неплохая комплектация на литье, на зимней резине. Да, у него есть коцки. Автомобиль черный. На черном цвете видно все коцки. То есть, посмотрели, сказали подписчик, все, я беру. Все нюансы знает. Ну и плюс у него пару нюансов по салону. Но цена у этого автомобиля дешевая. 640 тысяч рублей он стоит. Новый владелец уже приведет салон в порядок. Он напрочь не уделанный. Можно им заняться, можно все это привести. По большей части просто здесь нужна такая химчисточка. РСТ комплектация, багажное отделение. Это минивэн, кто не знает. Три ряда сидений. Двигатель 1.8. На данном автомобиле руль кожаный, камера заднего вида, климат-контроль. Все как полагается. Пробег 138 тысяч. Автомобиль, он привозился под заказ в Японии. У него один единственный хозяин, один единственный собственник. Установлена хорошая, неплохая сигнализация, GSM-овская, Pandora. В общем, все как есть. Камера заднего вида есть. По подвесочке нареканий здесь никаких нету. Болячка их, рулевая рейка, она отремонтирована первым собственником, первым владельцем. По ощущениям, но опять же, смотря с чем сравнивать данный автомобиль, я его почему-то всегда сравниваю с Toyota Wish. Так вот, Wish мне нравится мне намного больше. По месту, места вала, места много. Кстати, комплектация идет с кожаными вставками, два подстаканника, бардачок вот такого плана. Здесь ниша, прикуриватель, видеовыход. Вот видите, вот тоже не убрались. До конца автомобиля. Мультируль работаешь. Такое неплохое звучание магнитола. Магнитола, кстати, установлена родная. Как бы едет автомобиль. Едет. Ну как неплохо едет. Короче говоря, ему хватает.